Где-то с осени прошлого года были сильные ощущения, что вот существуют попытки для того, чтобы сменить нынешнюю политическую власть в Республике Молдова. И, конечно, эти попытки поддерживаются извне, из Российской Федерации. Тогда, конечно, и политические акторы или агенты влияния в Республике Молдова, и экономические, особенно энергетические давления, использование ряд регионов как территориальная автономная область, Гагаузия, это на юг Молдовы, русскоязычный регион. Но все-таки наша власть сумела удержать ситуацию под контролем. Что сейчас является новым, в отличие от того, что было у нас осенью, именно госпожа президент Санду сказала про попытки внедрения извне Республики Молдова определенных групп диверсантов. Даже были названы некоторые страны, помимо России, Беларусь, Сербия, Черногория. И именно вот это была новизна ее публичного обращения к народу. И мы понимаем, что Россия потерпела осенью неудачу для того, чтобы свергнуть нынешнюю политическую власть Республики Молдова. И они таким образом, можно сказать, решили послать подкрепление внутри Республики Молдова, чтобы были профессиональные диверсанты для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны.